Сегодня около часу дня по улице Октябрьской возникла серьезная пробка. Здесь столкнулись сразу три легковых автомобиля. По предварительным данным, все началось с того, что 72-летний водитель Nissan Almera допустил самопроизвольное движение транспортного средства. Проще говоря, забыл поставить наручник. По предварительным данным, сегодня около 12 часов 50 минут в районе дома 28 по улице Октябрьской 72-летний водитель автомобиля Nissan Almera не принял необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение автомобиля, в результате чего иномарка совершила столкновение с автомобилем ВАЗ-2104 под управлением 32-летнего водителя, который, в свою очередь, от удара допустил столкновение с автомобилем Hyundai под управлением 39-летнего водителя. В результате ДТП авто получили механические повреждения. Водители и пассажиры автомобилей не пострадали.